А здравствуйте, девушка. Вот хочу вам сказать, я звонила охране и просто вот пришла на аэродром 15, корпус 1. Противопожарные там ни этих хомутов нет, ничего нет вообще. Если пожар будет, пипец будет. Хорошо, передадим. Хомутов нет даже пожарных. Ничего нет вообще у вас. Если пожар, вам пипец. Да? Ну вы же оттуда увидите, когда им горит. Хорошо. Мы возьмем на вооружение. Звоните в полицию, Маргарита Ивановна. Нет, все. Ну слушай, я посмотрела, у меня, честно говоря,